Украинские военные намерены провести проверку в приграничных районах Ростовской области. Что ответили в Москве и кто еще, кроме украинцев, отправится с инспекцией? Все подробности в сюжете. Официальные сообщения российских информационных агентств скудны. Никаких подробностей нет. Говорится только, что Украина проведет военную инспекцию в приграничных районах Ростовской области. И Россия дала на эту проверку добро. Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Уже установлены и временные сроки этой инспекционной проверки. Она должна пройти с 16 по 19 января. В состав специальной контрольной комиссии войдут, кроме украинцев, представители Дании и Канады. В Киеве эту новость уже прокомментировали и рассказали некоторые детали. Метою взагалі цього заходу є перевірка наявності або ж відсутності військової діяльності частини підрозділів Збройних сил Росії, яка повинна підлягати попередньому повідомленню. Какие конкретно подразделения посетят, не сообщают. Но вот как будет проходить инспекция, рассказали. В рамках заходів інспектування буде, зокрема, отримання інформації від командирів російських підрозділів. Планується здійснити вертолітний обліт. І також планується провести сухопутну перевірку зазначеного району. По результатам проверки планируется подготовить официальный отчет. Он будет направлен государствам-участникам ОБСЕ. Напомню, инспекция проводится в рамках Венского документа от 2011 года, который предполагает обмен данными о военных силах. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер.